К строителям во время реконструкции часто подходили жители улицы Старой Загоры и просили лично положить хотя бы один кусочек мозаики. Рабочие поначалу отказывали, ведь не понимали, зачем это нужно. Но затем строители догадались, что просто каждый хочет оставить частичку своей души на родной улице. Любовь Борисова, одна из таких жителей, признается, проходила мимо и не смогла удержаться. Да, я подошла и тоже вложила свой вклад. Мне с ребенком будет намного приятнее гулять, особенно раньше скакать на коляске. Очень неудобно было. Мы очень рады. Старозагорцы довольны. Работы по реконструкции первой очереди закончены. В течение лета заменили пешеходные дорожки, разбили клумбы, обновили газон. Также реконструкция коснулась и 4 фонтанов. Мы даже в магазин идем, по полпути пройдем, на лавочке посидим, отдохнем, полюбуемся, подышим свежим воздухом и снова идем. Мы очень довольны своим местом проживания, довольны. Спасибо всем, спасибо руководству нашему. Ну и всем, кто принимал участие. Открывали обновленную улицу с размахом. Несмотря на дождь, на площади Росовского было многолюдно. Жителей окружил колорит 2 дружественных стран. Гости праздника отведали национальный болгарский пирог длиной в 30 метров. Среди самарцев гуляли артисты в русских и болгарских народных костюмах. На нескольких сценах выступали творческие коллективы. На разных площадках проходили выставки, ярмарки и спортивные состязания. Поздравили горожан и первые лица города. Вы видите, как бульвар преображается. Он стал более открытым, более уютным, более комфортным, более удобным. И мы очень рады вместе с вами этому событию. Это все наша история. Это все, чем мы должны с вами жить, о чем мы должны помнить и что должны передавать из поколения в поколение. Мне бы очень хотелось, чтобы мы бережно относились ко всему тому, что есть в нашей родной, любимой Самаре, к той дружбе славянских народов, которая зародилась 140 лет назад, и к тому замечательному событию, когда полвека назад здесь была построена замечательная улица Старозагора. В дальнейшем реконструкция улицы Старозагоры будет продолжена. Восстановительные работы проведут на участке от улицы Нововокзальной до проспекта Кирова. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.